Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Привет, друзья. С вами Надя из Индонезии. В этом видео я, как вы все знаете, что весь мир сейчас под пандемией из-за коронавируса. Я хотел сказать, почему я снимаю или я пока не загружу новый урок или новое видео, изучение новый видео, изучение индонезийского языка. Я сейчас живу не у себя дома, в городе Магелан, но я живу в городе, называется город Брэбэс, это тоже в центральной Яве. Это дом родителей Жени. Вы знаете, что дома родителей Жени, это прямо на улице. Вот сейчас покажу. Вот. Раз я снимаю урок, и я запишу этот, как называется, голос, I record my voice, очень шумно. Здесь мотоцикл идет, потом автобус, потом машины ходят, вот. Поэтому, вот, посмотри. На самом деле уже, ну, государство уже призывает к карантину или на карантину, ну, люди пока ходят туда-сюда. Сейчас. Вот поэтому, вот эта причина, почему я снимаю новые видео. Но я сейчас хочу снимать просто мои ежедневные дела. Сейчас, ну, посмотрите следующее видео. Пока!